Сирийская армия нанесла еще один серьезный удар по исламскому государству, запрещенному в России и многих других странах. Правительственные войска взяли под контроль город Ар-Рабия в провинции Латакия. Он считался крупным оплотом террористов, через который осуществлялась переправка боевиков из Турции и контрабанда нефти в обратном направлении. Известно, что боевики понесли большие потери. В целом, за последние два дня на севере Латакии удалось освободить 120 квадратных километров территории. Поддержку при этом оказывали отряды ополчения. Взятие Ар-Рабии эксперты также называют еще одним примером эффективного взаимодействия сирийских военных и российской авиагруппировки.